Уважаемый пастор, какое у вас отношение к синодальному переводу Библии? Именно к переводу. Ведь в синодальном переводе очень много ошибок, неточностей, и он не всегда соответствует духовной действительности. Well, I use the King James Version. Я использую перевод короля Иакова, или Якова, как его еще называют. 1611. В 17 веке он был переведен, и на то время это был лучший перевод. Today it's old language. На самом деле, сегодня вот тот перевод, который я читаю, это уже устаревший английский. Words that worked then don't work now. Те слова, которые использовали тогда, сегодня уже не употребляют. And there's something else very important. И еще одна важная вещь. I'm going to answer you truthfully. I don't want to disturb you. Я не хочу у вас вызвать беспокойство, но я говорю правду. But I have to tell you the truth. Я должен говорить правду. From the time this translation and your translation was done. С момента перевода короля Якова или нашего синодального перевода. They have found 50,000 manuscripts of the New Testament. Были найдены еще 50 тысяч манускриптов нового New Testament, Нового Завета. 50,000. Many of them very old. Очень много старых манускриптов. Many of them older than the ones that were used for this. Многие по возрасту старше, чем те, которые были использованы вот для этих переводов короля Якова или синодального. And because of that, то есть найдены новые источники более достоверные, и благодаря этому we have today better translations. Сегодня есть лучшие переводы. The truth is, it's all good. На самом деле любой перевод хорош. It's all good. Все полезно. But some of the newer translations. Но поздние переводы are better. Лучше. Doesn't mean you can't use the old one. Это не значит, что нельзя использовать синодальный. I use King James. Я использую короля Якова. I love it. Он мне нравится. It's in my heart. В моем сердце именно стихи из короля Якова. The original has no mistakes. На самом деле ошибок нет только в оригинальном тексте. But they're all interpretations that we use. Но любой текст, с которым ты сталкиваешься, это уже перевод. So what you want to do? Если это не греческий или не еврей, да поэтому. It's best to use a Bible based on the oldest version. Лучше всего использовать перевод, который сделан на основании самых древних манускриптов или самых древних источников. So you get closest to the original. Чтобы как можно ближе подобраться к оригинальному тексту.